такие розочки у меня. Календулу рядом посадила. Кстати, почему посадила календулу? Потому что действительно в том году так сажала календулу рядом. Насекомых вообще не было. Видать, запах их пугает, этот календулы. Вот такие. Вот еще пиончик посадим молодой. Вот еще один куст. Дельфиниум что-то совсем у меня прям завел. Сосна горная маленькая посажена. Идемте дальше пройдем, покажу там. Вот розы еще не распустились. Бутончики только набрали. Ну, вообще, как я говорила, я садовод молодой, только еще первый год все сажаю. С того года, вернее. Ну вот, кстати, розы ничем вообще не накрывала, ничего не проморозилось абсолютно. Хотя бы живем в Самарской области. Морозы тоже сильные. Посадила залию. Листики вот новые пошли. До этого все листики облетели. Такая она, видать, капризная, не знаю. Ну, вот посадила, посмотрим, приживется, не приживется. Вообще, считаю, надо выбирать те цветы, около которых не надо плясать ходить. Будем надеяться, что все приживется. И азалии в том числе.